Добрий день, уважаемые коллеги, аграрии, инвесторы, трейдеры, химики, технологи, инженера. Мое имя Владимир Куценко. Я хочу вам представить уникальное оборудование, презентация которого произошла сегодня. Это оборудование для приготовления комплекса жидких минеральных удобрений. Оно уникальное, оно первое в Украине. В данной комплектации, возможно, может быть, она и первая в странах СНГ. Уникальность этого оборудования в том, что за короткий период времени вы можете получить множество минеральных удобрений разных рецептур. В данное оборудование вложено очень много инженерных решений, технологических решений, которые ориентированы на потребность рынка жидких минеральных удобрений. Эта установка ориентирована непосредственно для аграриев, для больших фермерских хозяйств, площадь которых составляет от 20 и больше гектаров. Почему так? Потому что, имея несколько кластеров в хозяйстве земельного банка, в разных географических положениях, вы имеете разные показатели грунта. И, соответственно, вам нужны для этого грунта разные минеральные удобрения и с разным макросоставом и микросоставом. Для того, чтобы получить данный вид удобрений, вам нужно было делать либо предварительные заказы производителю, либо самим на месте что-то делать. Это занимало время, это занимало деньги. Не всегда вы могли получать качественные удобрения, потому что рынок, к сожалению, рынок минеральных, жидких минеральных удобрений на украинском рынке и на других рынках, он очень, есть множество недобросовестных производителей. Для примера, если мы сегодня знаем, что на рынке фармацевтических препаратов, подделок существует около 70-60%, это данные с интернета, то на рынке жидких удобрений, к сожалению, их еще больше. Поэтому, имея данную установку у себя в хозяйстве, вы можете делать то, что вам нужно, когда нужно, сколько нужно и так, как нужно. Ее уникальность в простоте. Всеми процессами управляет программа, управляет компьютер, на котором вы заранее программируете рецептуры, и нажатием одной кнопки установка сама вам выдает то, что вам необходимо. Независимо в каком процентном соотношении и в каком составе, в какой сложности состава вы это все запрограммируете. Несколько деталей хотел бы сказать про эту установку, что она состоит из, всеми процессами управляет емкость, которая находится на танзодатчиках. Это большой рабочий диссольвер, который сам определяет, какого вещества, какого сырья, в каком виде и сколько ему нужно, за какой период времени получить. То есть это макроэлементы. Для микроэлементов, таких как цинк, молибден, марганец, молибден, железо, существует малый диссольвер, где все препараты готовятся заранее агрохимиком, вручную, они туда вносятся, делается определенный состав, и он уже в коммуникации с большим диссольвером через процессор уже на себя берет для обогащения основного состава ровно столько, сколько ему нужно. Еще хотел бы отметить, что уникальность этой установки еще лишь не только возможности компоновать разные составы, удобрения за короткий период времени, это еще и его фильтрационная система. Фильтрационная система состоит из трех веток фильтра. Это основная, резервная и аварийная. Она дает вам возможность, если вы получили некачественный сырьевой осадок, либо иначе вы получили нагрузку на фильтры, она позволяет вам не останавливать процесс. Она работает в автоматическом режиме. Если под нагрузкой рабочая ветка, автомат переключает на резервную, если резервная, на аварийную. То есть этот период времени вам позволяет не останавливать процесс, а получать в прямотоке, не останавливая отгрузку, откачку продукции, за короткий период времени. Чистка фильтров, она очень простая, не требует дополнительной подготовки, поэтому времени хватает. Еще хотел отметить, что данная установка, все комплектующие на ней находятся узлы европейских брендов. Если мы говорим о пневматике, пневматических фильтрах, это итальянское предприятие Карло Комоци. Если мы говорим о электронике, о процессорах, частотных преобразователях, силовых агрегатах, это фирма Mitsubishi Electronics, это Италия. Если мы говорим уже о фильтрующем узле, фильтрирующем, это компания Ajut, знаменитая испанская компания, которая занимается производством фильтров, кстати, фильтрации, что наша система выдает фильтрат на выходе уже с показателем 120 микрон.
120 микрон – это очень более чем достаточно, потому что самая минимальная форсунка у аграриев на их агрегатах – это 300 микрон. Что еще хотел отметить, что данная установка она позволяет производить как карбамидно-азотную смесь КАС, азотные удобрения, то есть 28, 30, 32, а также производить классические РКД, там 8-24, 0-18-18, смесь их и так далее. И мощность ее в данном исполнении она составляет где-то, если мы говорим о КАС, где-то 100-200 тонн в сутки, в зависимости от рецептуры. Если это 28, это делается быстрее, если это 32, это делается чуть как бы медленнее. Если мы говорим о РКД, опять же, в зависимости от рецептуры, потому что есть соли слаборастворимые, легкорастворимые, среднерастворимые, это 150-300 тонн в сутки. Добрий день, я студент Боярського фахового коледжу Ярошовець Ярослав, вчуся на агронома. Всім привіт, я студент Боярського фахового коледжу Мазурик Віктор. Навчаюсь на третьому курсі, спеціальність агрономія. Дякую Меридіан 34 за запрошення на презентацію установки, яка виробляє РКД. На мою думку, РКД є важливим елементом для майбутнього сільськогосподарської діяльності, тому що ми йдемо в сторону точного висіву. І щоб висівати краще мінеральні добрива і рослина могла їх краще впитувати, ліпше носити РКД. Все майбутнє стоїть за рідкими комплексними добрами, і, на мою думку, вони рано або пізно витіснять гранульовані мінеральні добрива, однокомпонентні та багатокомпонентні. Хочу вас поблагодарити, що ви з нами, що ви виділили час для просмотру цього матеріалу. Всі доповнительні матеріали, деталі, технічні умови ви знайдете на нашому сайті. Огромне вам спасибо, будьте з нами, РКД – це круто.